Продолжение темы культуры. Сегодня мировое сообщество отмечает Международный день школьных библиотек. Для умного, здравомыслящего человека книга – это бесценная вещь. Сегодня в эру информационного прогресса вопрос приобщения молодого поколения к чтению актуален как никогда. Поэтому такой праздник, как День библиотек, все больше придается огласке. Кроме того, октябрь провозглашен Всемирным месяцем школьных библиотек. Школьные библиотеки открывают ученику безграничный мир книги, дают возможность познакомиться с выдающимися произведениями художественной литературы, прививают любовь к чтению. И, как утверждают великие мыслители, библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого духа. Ребята любят ходить в библиотеку, часто прибегают, перемену здесь не протолкнуться. Они увлекательно читают журналы «Мир техники», «Непоседа», «Мурзилка». Очень любят встречи с разными писателями. Уже четвертый год мы сотрудничаем с писателем Андреем Сергеевичем Зелениным. Он приезжает к ребятам с разными беседами. В библиотеку приходят ребята разного возраста. Начиная с первого класса, начальных классов, конечно, больше. Пятые, шестые классы не забывают, все время прибегают. Потом ребята, которые 9 класс, 2 девятиклассника у меня играют на гитарах, это Игорь Накоряков и Петунин Андрей. Они помогают мне проводить литературные встречи. В каждом учебном заведении есть свое книгохранилище, и именно оттуда начинаются знания, напоминают педагоги. Любое поколение требует источников достоверной информации, а печатное слово всегда было и будет таковым. Книга служит защитой духовности. Именно книги помогают человеку приобрести знания, распознать добро среди зла и найти истину. Поэтому читать книги важно, а читать умные книги еще и крайне полезно.